Итак, всем привет! Привет! Сегодня мы с Даяной, с Дианой и с Айдаром собираемся на пикник в парк Йойда. Парк Йойда. И это проверка, так как я одела микрофон, но я не знаю, будет ли слышно. И скорее всего, если не будет слышно, то мы даже не выложим это видео. Это очень странная проверка, потому что сейчас это все равно не проверка. Нет, сейчас я не проверю, я имею в виду, когда домой приду. Так что если не будет, то... Можно было проверки не делать. Да, сегодняшний весь день проверка. Если не будет, то тогда вообще, в принципе, этого влога не будет. Да. А ты? Нет. Вот я сказала Даяне перед выходом: Даяна, нам нужно взять очки, а то мы ослепнем. И она такая: ладно. Надо будет трое крутых чуваков в очках, и я. А может, они тоже очки не оденут, не возьмут. Вот у нас палаточка есть. Вы, наверное, помните ее из моего прошлого влога на реке Хан. Так вот, сегодня мы попробуем установить ее сами. Правда, с нами сегодня еще есть Айдар, возможно, он ее установит. Но мне кажется, что мы сами ее установим, да, Даяна? Да, наверное, Айдар с Дианой пойдут фоткаться. Да. Все романтичные. А мы будем, мы сейчас палатку поставим, короче. Потом они придут, начнут сидеть в палатке, мы такие: ну, мы, наверное, на великах покатаемся. Просто, понимаете, ходить с парочкой. Пожелайте нам удачи. Да, пожелайте нам удачи. Айдар с Дианой, пожалуйста, смотрите этот влог. Ну, наверное, Айдар не будет его смотреть. Вот Диана, не смотри этот влог. Ну ладно, мы идем к метро, там, где мы собираемся встретиться с Айдаром и с Дианой. No time to have you lurking. I know you tell me you don't like it, but you know I don't. Итак, мы приехали на Йойда. Йойда Нару называется этот выход в Шучу. Эта станция называется Йойда Нару. Здесь ужасно много людей, потому что сейчас у нас сезон цветения сакуры, и все хотят на нее посмотреть. Вот. И я не знаю, куда делись, где они. Ну ладно, они идут где-то внизу, наверное. Еще у меня голос, как сейчас, ужасно обкурен, потому что я болею. Вот. Ну, я надеюсь, что все еще это видео выйдет, потому что это все еще пробный вариант. Ужасно, смотрите, сколько много людей. Смотрите, вот что значит гулять с парочкой. Вы посмотрите на них просто. Голубки. Вот она только что нас фоткала и нам ничего не сказала, а ему такая: руку поставь чуть повыше. Совсем повидай, Яна, что вы скажете по этому поводу? Я скажу, что я больше никогда не буду фотографироваться. Они все врут. Ну вот насчет чего? У нас просто доказательства тут налицо. Я чувствую себя репортером каких-то. Итак, здравствуйте, с вами репортер Алтынай. Сегодня мы будем собирать палатку
вторая часть, если вы смотрели мое видео про парк Йойда, то вы знаете, что мы уже собирались на палатку. И вот сейчас, сегодня наши три добровольца, Айдар, Диана и Даяна, соберут палатку, а я буду снимать. Не, ну я, конечно, им буду помогать. Посмотрим, справятся ли они с этой задачей. Здравствуйте, Айдар. Что вы чувствуете? Не знаю. Не, давай побольше эмоций давай. Какая-то огромная палатка. Здравствуйте, Даяна, а вы что чувствуете? Так, я чувствую, что это уже второй раз в моей жизни, и на этот раз я справлюсь намного лучше, тем более у меня есть помощники. Вон у Дианы. Здравствуйте, Диана, а вы что чувствуете? Это очень волнительно. Итак, давайте посмотрим, смогут ли они сегодня собрать палатку. Итак, мы уже поставили палатку. Вот она. И сейчас Даяна будет заказывать нам курицу. Какой-то у меня там мелодия какая-то. Разговариваем целый день. Я вас ее. Я вас ее. Chicken, 네, chicken 튀기려고 했는데, 네, 여보세요, 저들. 안녕하세요. он что, бросил? Она меня не слышала. Вот мы наконец-то уже заказали курицу. Точнее, мы не заказали, мы сходили за ней сами, да, Диана? Вот сегодня у нас Даяна диджей, я взяла колонки, я молодец. Ну, в общем, нам весело, да? Нам очень весело. Наш курица. Потом мы взяли сладости и кола. Что-то девушки на нас смотрят странно. Здесь все вокруг пьют. Я не знаю, мне нечего сказать. А, так, ну так, сегодня, значит, мы вышли на пикник и... У нас прошла фотосессия, от которой у меня была депрессия. Я прям стихи укладываю. И вот сейчас мы хотим, ничего так, покушать. Поиграть. И поиграть. Ой, я даже принес. Принес, он принес палочки. Вы видели, каким влюбленным взглядом она это сказала? Голосом она это сказала. Вот и наш спаситель принес нам палочки. Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте. Ты бы видела, каким влюбленным взглядом она смотрела на тебя? Вот и закончился наш день. Ну, почти. И сейчас эти люди убираются. А я снимаю, да. Как обычно. Я снимаю, люди что-то делают. Поделитесь своими ощущениями. Да. Поделитесь своими ощущениями. Мне холодно. Если бы мне было так холодно, я бы еще посидела. Но мне... Поделитесь своими ощущениями, Айдар. Могла бы промолчать. Было весело, да, очень. Что вот. Можешь сказать? Сейчас прохладно, да, и домой идем. Ты кого-то серьезно новости берут. Еще мы классно поиграли. Мы на картах сидим и смотрите на нашу пару. А, ладно, думаю, это отрежем. Спасибо, что смотрели этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите мне за комментарий. Всем пока. Скажи пока. Пока. Скажите пока. Пока.